Привет, друзья! Сегодня один из тех дней, когда мы думаем, чем озадачить нашего замечательного коллегу Виталия. Новый квест для него – это угадывание на слух гитар. У нас на этой неделе небольшая акция по телекастерам идет, скидки. Поэтому, собственно, Виталия мы решили напрячь тем, что он должен будет угадать на слух, какой из телеков как звучит, почему. Чего? Может быть, даже дадим ему потрогать что-нибудь. А теперь, кроме гитары, собственно, познакомьтесь с Виталием. Это звезда местного шансона, хардкора и металла в одном лице, гитарист группы Нейродзюбель, Годставр. А поможет нам другая звезда местного кабаре, Влад. Каждый бармен в любом пабе его знает. Он же Владик. Собственно, завяжем Виталику глаза, посмотрим, что там у него. Подождите, может, это вроде не договаривались на завязывание? Мы пока только глаза тебе еще завязываем. Подожди, вариант другой со связыванием. Поэтому... Там была другая повязка с дырочками. Это где она? Это не на глаза. Это вот сюда. Владик, никогда не связывал мужчин? Не приходилось, знаешь. Виталий, мы сегодня решили задачить гитарами, в основном телекастерами, фендерами, но затесался и один страт, потому что у него такое очень интересное свое звучание. Это подписная модель Билли Коргана, гитариста группы Smashing Pumpkins. Очень звучки здесь прикольные, Димарзио стоят, собственно, поэтому он очень узнаваемый. Посмотрим, что у Виталия выйдет. Будет у нас одна гитарка Hello Buddy с вырезом, с полным корпусом частично. Будет Cabronita, телек Fender. Ну, самая такая моделька простенькая, бюджетная, это будет Squier Affinity. И телек подписной Jim Aruta. У него, конечно, я думаю, что его Виталий узнает сразу, потому что здесь звучание, конечно, феноменально узнаваемое и оригинальное. Попробуем вот эту. Блич поиграет. Да. Вот это, наверное. Так, еще раз поиграй. Наверное, это Hello Buddy. Это твое последнее слово? Я думаю, да. Хорошо. Следующее. Next one. Это гипсон.
Джимбл. Нет. Я же тебе сказал, это гипс. Ламбридж, Нек. Лоу-нек, Снек. Мое окончательное слово Джимбл. Похоже. Это было быстро. Второй шанс, учитывая, что он угадал только 3 из 5. Теперь только? Всего лишь 3 из 5. Я думал, ты 6 из 5 угадаешь. Теперь он будет их щупать. Как бы он у нас опытный щупальщик. Держи. Number one. Красиво звучит. Не, ну включиться может. Ну ладно. Это женщина, которая чуть-чуть так не делает. Включите. Так, ну... Стратовское звучание, значит, это... Хотя не стандартный страт. Плотное звучание, чем у страта. Ну, я думаю, что это Fender Stratocaster Billy Corgan. Черт возьми. Я угадал? Да, ты угадал. Он прощупал, ты не. Мы не рассчитывали такой быстрый результат. Денис, не пали. Так. Что-то там. Какой-то там Hello Buddy. Знаете, мне козлятина. Ну, собственно, каброниту. Козлятина? То есть по-испански. Почти.
взрослая. Долго ты с ней сражался, с козлятинкой. Как что? Ну, конечно, более простенький звук. Но, тем не менее, свой характер есть. Мы гордимся тобой. Можно? Здесь было гораздо лучше. Я, правда, уже сбился со счета, но, по-моему, 5 из 5, наверное. Можно? Молодец. Снимай. А где аплодисменты? Ну, друзья, наш тест выявил, в общем-то, интересные показатели в развитии Виталика. В первом туре из 5 гитар он угадал 3, во втором из 5 он угадал 5. То есть из тех 10 щелбанов, которые мы собирались тебе дать, ты получишь всего 2. Ну, заслужил уже, ладно. Ладно, ты слишком... У тебя нету прослойки безопасности какой-то. Как считаешь, собственно, почему вот такие прекрасные показатели умственного развития? Ну, что могу сказать, что... По звуку очень похожи были Hello Buddy и Cabranita. И почему-то мне еще тяжеловато дался Билли Корган. Отчетливо можно отделить, конечно, Fender Telecaster Jim Root, потому что ну, у него понижен строй, и ну, он совсем сильно кардинально отличается. Плюс очень сильно отличается Squire Affinity. У него очень, скажем, такой слабее сигнал, вот, более простой звук. Ну, это бюджетная гитара, тем не менее у нее есть свой характер. То есть для начинающих музыкантов я бы вполне ее рекомендовал. А, к слову, от того же Джима Рута я бы рекомендовал бы любителям очень тяжелой и низкой музыки. Низкой? Кабранита, в общем-то, интересный звук дает. То есть это очень хороший инструмент для блюза, блюз-рока, какой-то такой вот кричащей, яркой музыки, рок-н-ролл, опять же, серф, то есть вот такой музыки. Гитара Fender Hello Buddy Telecaster. На ней, на мой взгляд, опять же,
имхо. Лучше всего играть что-то такое вот душевное, акустическое, может быть, там, двуручный тэппинг. За счет именно вот этой акустической полости она дает дополнительные обертона. В перегрузе они как раз будут многократно усиливаться, они будут давать грязь, кашу, а в чистом звуке или в легком драйве хорошо будет звучать. Билли Корган, ну, в общем-то, он такой, как говорится, в семействе телекастеров не без Билли Коргана, тем более, что это вообще стратокастер. Он, тем не менее, не похож на обыкновенный стандартный стартокастер. Такой с большим универсальный. То есть на ней можно хорошо играть рок, такой там панк, что-то такого плана музыку. На мой взгляд, опять же. Ну, давайте поблагодарим нашего Виталика. Хочу сказать. Нашего Виталика. Хочу сказать, что следите за нашими видео, потому что следующий тест мы Виталик устроим в бане. Думаю, будет еще интереснее и веселее. Спасибо, Виталик. Всем пока.